Кто такие домашние питомцы? Это питомцы, которые живут в доме. Это животные, какие живут с людьми. Ну, они бывают большими, маленькими. Дома живут кошки, собаки, улитка. Улитка живет дома в аквариуме. Морская свинка, черепашка. Рыбки, кошки. Что можно делать с питомцами? С ними можно играть, общаться, гладить. И можно поставить клубок, и бегать они за ним могут. Ну, играть, например, бросил косточку, а собака бежит и отдает человеку. Отбрасывает мячик, и они за ним бегают. Играть, как можно мяч какой-то взять, или косточку. Собачке можно и кружечную косточку бросить, можно настоящую бросить. Или палку бросить, и она понесет ее. Расскажи о своем домашнем питомце. У меня морская свинка. Она у меня любит бегать, играться, точить свои зубы. Она любит прятаться в домике. Ее лапки очень мягкие, и мы всегда стрижем когти. У нас кот – это маркиз, это бабулин маркиз. Он всегда к нам приходит в комнату, и мы с ним играем. Мы еще даем ему ленточку поиграть. Вот мы берем ее, а маркиз ее пытается у нас отнять. Он любит, когда ему чесут за ушком, и любит, когда ему по спинке кладет и по головке. И он любит, когда его своей расческой расчесывает. У меня кот Вася. Он пушистый, мягкий, ласковый. Он будет нас, когда мы просыпаемся. Он бегает за мышкой и царапает ее. У меня персик. Я с ним играю, кормлю, и он со мной спит. Он красивый, я его люблю. У меня в деревне есть две собаки. Раки и Кай. Они еще охотничьи собаки. Помогают моим коренам уток нюхать.